Совпадение 1 на миллиард. Тэп Суони из Нью-Джерси в 2018 году купил в магазине 5-долларовую бутылку апельсинового сока. Но как только он вернулся домой, жена сказала вернуть сок в магазин, потому что цена была слишком высокой. Тэп вернул бутылку, но купил 2 билета для участия в лотерее на возвращенные деньги. На следующий день он выиграл джекпот 315 миллионов долларов. Гарри Джон Патч был последним выжившим ветераном Первой мировой войны. Он умер в возрасте 111 лет плюс 1 месяц, 1 неделя, 1 день. Том Круз развелся со всеми 3 своими бывшими женами в года, когда им исполнялось 33 года, и каждая из них была на 11 лет моложе предыдущей. Первым человеком, умершим во время строительства плотины Гувера, был человек по имени Джей Джей Томас, который умер 20 декабря 1922 года. В тот же день, 14 лет спустя, умер последний человек, и этим человеком был сын Джей Джей Патрик.